Плати за тонны. Сегодня кировские грузоперевозчики бастуют против системы «Платон» в рамках всероссийской акции протеста. В 10 часов утра на Советском тракте выстроилась колонна больших грузов. Ведь именно дальнобойщиков коснулась система взимания денег. Владельцы грузовиков весом больше 12 тонн платят более 1,5 рублей за километр пути. В апреле сборы по системе «Платон» станут больше. Поэтому кировские дальнобойщики уже сейчас выступают против повышения цен и против самой системы полностью. В рамках забастовки водители грузовиков проехали по улице Производственной до Солнечной, а затем встали на развязке у Нового моста. Курс доллара у нас к рублю вырос, то есть подорожали запчасти, подорожала резина, подорожало топливо. То есть мы находимся на грани выживания, и нам, похоже, вот решили забить последний гвоздь системой «Платон».